Карантинные меры и ограничения, повсеместно введенные в связи с пандемией, не могли не сказаться на работе таких коллективов, как оркестры. Ведь большое скопление людей – это однозначная угроза подвергнуть риску здоровью музыкантов и зрителей. Потому артисты оркестра казахских народных инструментов имени Бажигита на данный момент работают удаленно, чтобы не терять навыка и продолжать радовать слушателей качественно исполненными композициями. Алим джалаган индеттин бүгүн кыйын кезинде элимиздеги азаматтардын гана эмес, мекемелердин да жумуш жасоо форматтарынын өзгөрүүнө көп асери болуп жаткан акыйкат. Эртис концерт мекемесине карасты Байжигит атындагы Казак халык аспаптар оркестри да кашыктан жумуш жасоо форматына көчкөнүнө бараз убакыт болду. Яны эпидемиологиялык талаптарды орундоо үчүн сактык чараларын кадагалоо үчүн ар артист өз үйүндө жумуштарын жасоодо. Бул дегенimiz оркестрдагы ұжымдық орындаушылықпен қатар әр артистің жеке өзіндік орындаушылығының шеберлігінің артуына мүмкіндік жасау, яғни өндірістен қол үзбеу жұмысын жалғастыру. Бұл жағдайда сақтық шаралары қатаң қадағаланып, қызметтен жұмыс барысын үзбей өндірісте жұмыс жасауда. Бұл міндеттің де осы еліміз үшін кыйын сокканы белгилүү, алайда алдагы убакытта барлык кыйынчылык артта калатынына тилектешпиз. Өнөр ужумунун атынан да тек элибиз үчүн, халкыбыз үчүн жакшылык тилейбиз. На данный момент оркестр не может предстать перед своим зрителем вживую, но для истинных ценителей музыки есть возможность послушать композиции со всей любовью и старанием, записанные оркестром казахских народных инструментов имени Байжигита при поддержке Управления культуры архивов и документации Восточно-Казахстанской области. А сделать вы это можете, подписавшись на официальный канал на YouTube.